Ну, всем привет. Ну, доброго дня. Как видите, ситуация немного улучшается. Тайнд падает, выздоравливает. Я все пытаюсь сделать открытие, которое даст мне поставить тотемы, которые чистят воздух, но пока мне с ним удается. Ну, вроде бы заражение уменьшилось. Карьер хорошо с этим справляется. Вот видите, оно заражает. Вроде бы остановилась. И я начал новый проект под названием Акрополис. Вот, как видите, это будет здание. Сейчас я делаю пьедестал. Вот первый этаж, второй, третий. Вот это будет последний пьедестал. Как видите, добываю камень. Вот, и для того, чтобы быстрее обрабатывать кирпичи, я даже переделал вот свою систему. Сюда я кидаю переделанный камень, он подает и с 8 ускорителями довольно-таки быстро совсем справляется, пока я там работаю. Сделал латпак это, и вот так вот он у меня работает. Видите, он все довольно-таки быстро. Потому что вначале кидал стеками, но надо стоять, смотреть, тут закинул и можете работать дальше. Вот. Ну, пока я его делаю, это будет моя вторая. Будет уже пятая резиденция. Вот. Но встретимся, когда я закончу делать скалы и начну строить уже сам Акрополис. Вот. Акрополис это... И вот Акрополис это вроде бы как по-гречески. И вот по пути занимаюсь исследованиями. Кидываю артефакты и иду работать. Ну, пока мне все, пока. До того времени, пока я докончу работу и сделаю хотя бы что-то, что напоминало, как это все должно выглядеть. Ну, всем привет. Закончил я свою постройку. Но случилось кое-что неприятное, как видите. Заражение все еще увеличивается и довольно-таки не слабо. Вот. Оно никак не хочет останавливаться, хотя уже более-менее выравнивается. Сейчас покажу свою постройку. Это все вырубал в скале. Вот. Верх его. Кстати, забыл поставить факела. Так. Ну, сейчас никто не заспавнится, надеюсь. Сделано это все из базальтового кирпича, который... Извиняюсь, устойчив к взрывам. Так что криперы мне тут не навредят. Вот. Двери тоже... из укрепленного камня. Вот. Ну и внутреннее убранство. Пока у меня тут ничего нет, но я в будущем собираюсь сюда перенести машины, все самые основные. И здесь будет цех. Также где-то в каком-нибудь углу сделаю углубление и пробурюсь вниз, и под этим зданием будет еще несколько комнат. Вот, теперь еще установил такие штуки. Называется Chunk Loader. Называется он запрограммированной кнопкой. И при нажатии появляются такие вот чанки, показывают, что он загружает.
Вот. Крафтится он очень просто. Я вам покажу, как это делается. И, допустим, такой же особенностью. И что это означает? Это означает, что когда вы улетаете куда-то далеко, это здание все равно продолжает работать и все там движется, не замирает, а происходит все действия и все прочее. Вот так, что у нас тут интересное? О, сундучок. Можем пойти его грабануть пока, ибо карьер, когда разбивает... О, я уже грабанул. Как видите, карьер все еще уничтожает. Вот, значит, Чанг, когда вы улетаете далеко, и ваше это здание перестает работать, вся аппаратура там замирает. Когда вы пролетаете обратно, Чанги сокрушаются и продолжается работа. А если вы установите такие кирпичики, то даже если вы будете за 1000 километров, эти чанки загружаются, продолжают работать. Вот. Также такие же штуки две я установил вот в этом месте. Для того, чтобы вся моя аппаратура работала. И Чанг Лодер делается довольно-таки просто. Это Мотор Мал Экспеншн. Ложится лазурит и железо вокруг. И получается 4 Чанг Лодера. Ну, поскольку они мне пока не нужны, я их делать не буду. Вот. А теперь мне надо будет сделать одну вещь. Также вот сделал кристаллизатор. Наконец-то открыл вот Томономикон. Вот, сделал новое открытие. Чармус Клязи, который вас лечит. Забирает, если на вас кто-то пользует магию, она это уничтожает, нейтрализует точнее. Открыл концентрированный висп, сделал пару бутылочек, бросил, но она ничего не помогла. Так, этот я не очень знаю для чего, это мы видели. Я также сделал желтые сапоги, но из-за того, что они очень высоко прыгают, пользуюсь зелеными. Ну, это апгрейд, он ускоряет такие вот машины. Вот как этот, также сюда можем апгрейд ставить. Вот. Ну и вот нашел томатик кристаллизатор, который вот такие вот кристаллы отработанные заряжает и превращает заряженные. Так что вот эти вот еще руны, вот эти вот руны, три магии заставляют приборы работать быстрее и экономнее. Вот эта шкала, это из-за того, что работают эти руны. Как видите, вот все приборы используют. Я вот закинул деплитед кристалл и получил довольно-таки много. Вот, хотя по идее в зараженной атмосфере должен и тайн кристалл, но ничего тут не появляется. Так, дальше. Также Таумик дубликатор нашел. Это дублирует обыкновенные вещи, сложные. Он, такие как миссераторы, похоже, не может. Ну, поростенько золото. Те вещи, которые даже чаще всего не крафтятся. Также открыл там и генератор, который можно подключить. Вот эту вот энергию превращать, допустим, в электрическую для работы какого-то прибора. Но, по идее, это невыгодный вариант.
Так, также сделал открытие банки мозги в банке, которые используются вот вместо этих столовых, вместо шкафов и ускоряют, увеличивают шанс открытия рецептов и всего прочего. Также нашел Blaze of Soul, который сжигает и выравнивает как бы плохую энергию, но у меня из-за того, пока я не могу скрафтить этот, потому что довольно-таки и так ситуация станет там плохая. Так что им пока я не пользуюсь. Также Charm of Soul, вот эта штучка, если вы ее сделаете, когда вы будете производить убийство монстров, вам будет выпадать вот этот вот Soul фрагмент. Он используется для крафтинга, или можно его изготовить из 5 песка душ, положить на черный инфузер. Эта штука Charm of Death, маска смерти, что-то в этом роде, она заставляет всех монстров воспринимать вас как своего, и они просто на вас не нападают. Crucible of Soul. Вот эту штуку можно ставить возле спаунов, и она будет высасывать из монстров энергию и превращать ее в чистый виз. Ну, это черный, это тоже апдейт. Если я открою ящик, живой этот ящик, то и поставив его, этот ящик будет меня защищать и будет на всех написать. Это как бы апгрейд агрессивности. Ну, enchantment — это зачарование. Тоже один из апгрейдов. Черный генератор. Его ставится в обелисках, в тех вот черных, что мы в том месте. И ложится обыкновенные семена, и вот получаем вот эти вот штучки. Он должен работать в полной темноте. Вот если его поставить на поверхности, не обложить ничем, не закрыть от солнца, то он будет работать только ночью. Но это вот служит для генерации вот таких вот семян, которые используются в крафте. Ну, это Эндрич Стоун, это камень, из которого состоит обелиск. И в нем мы не обязательно его собирать, можем, допустим, делать сами. Void браслет. Этот браслет, если вы его имеете, он вас... Это как бы браслет портала. Вам не надо входить в портал, просто им пользуйтесь, и он вас переносит в запрограммированный или в ближайший портал. Ну а что касается открытий. Вот. И теперь я могу показать, как делаются мозги в банке. Для этого нам надо фрагмент души. Стекло. И ложим черный инфузер. И получаем Брайн и на мозги в банке. И замещаем. И замещаем обыкновенные книжные полки вот этими мозгами. Так, что взорвалось? Не понял.
вот то было. Что это было? Так, кстати, вот гражданин пришел через портал. Сколько не мешался под ногами, я его замуровал. Что же у нас тут взорвалось-то? Даже не предполагаю, что. Может, что-то с карьерами? Нет. Опа. Нет, тут все в порядке, что что-то у нас взорвалось. Банки на месте. Все на месте. Что у нас тут грохнуло? Я так и не понял. Ладно, в будущем разберемся. А теперь вот пока вот эта вот штука не владела тем деревом, я его собираюсь срубить, ибо в будущем оно нам пригодится. И листва довольно-таки тоже неплохая вещь. Так, надо надеть этот пак. Кстати, пока я пилил эту скалу, то удалось разрядить даже целых два пака этих лазуритных пака. Это дерево довольно-таки хорошая штука для крафта. С помощью его мы получаем намного больше зачарованных планок. Если из обыкновенного мы получаем 4, то с помощью этого дерева мы получаем аж на целых 6. Вот. Насчет листвы не знаю. Вот еще одна деревяшка. Ну, срубим на этот раз, что мы тут также мне понадобится очень сильно листва обыкновенные этих деревьев. Вот. Она мне нужна для биотоплива, потому что всякий раз. Так, вот еще один кусочек. Все, в принципе. Успел его более-менее спасти. Вот. Срубим эти деревья для исследования. Листва тоже не пропадет. Будем готовить биотопливо, потому что носиться с ведрами довольно-таки утомительное занятие. Вот. Так. Мы тут собираем листья. Да, было бы неплохо узнать все же, что тут у нас грохнуло.
уже этот зараженный. Мне надо срочно найти рецепт камней рассвета, так называемых. Вот, это был бы идеальный вариант восстановить ауру. Ну, и также мне очень было бы неплохо найти еще одну вещичку, которая называется... Ну что, животные, поскольку у нас бешеные, их надо уничтожить. Вот. Вот, видите, какие они тут. Вылечить их невозможно. Ладно. Животные, беги. Отлично. Даю тебе свободу. Вот. Такая у нас нелегкая ситуация. Так, извиняюсь за шум. Вот. Ну, набрали материала. А, уже тут. Что ж, для чего мне нужна листва? Из листвы можно делать таким вот незамысловатым способом биомассу. А точнее всего, что является биологическим веществом. Оба. А, это Гритвуд Левис. Это Гритвуд. Ну, саплинг он, насколько я знаю, не растет. Вот. Листва, это мы все пустим на изучение. Вот. Также я вот где разобрал пасеку, ибо она уже не растет, потому что там, к сожалению, наши вот в этом месте наши цветочки не растут. Как тут у меня все запущено. Ну. Да. Ну, пасека, она работает. Так. То есть не пасека, фермы работают. И все мне не нужно. Так, это что? Саженцы сжигаем. Говорит, лев не принимает. Скупка не берет. Так, арбузы тоже. Кстати, кто будет пользоваться... эквивалент исчезнет. Арбузы довольно-таки неплохая вещь, получать алмазы. Я этим способом довольно-таки часто пользовался и успешно набирал алмазы. Также мне понадобятся кактусы, поэтому мне кактусы тоже неплохое биотопливо, поэтому я попробую немножко поэкспериментировать, собирают ли эти руны кактусы. Так. Было бы очень... Ой. Очень мило, если бы они собирали. Ой-ой. Так,
Ну, я тут постоянно беру. Поэтому они довольно-таки не сильно набрали. Было пол сундука. Я из них понаделал книжек для изучения. Вот. Ну, летим на базу. И... Так, кактусы ложим на будущее сюда. Если вот такой вариант не получится, если руны не собирают кактусы, то придется делать кактусную механическую ферму. Так, а это мы все пустим на биотопливо, потому что, как я говорю, за карьерами уже становится сложно смотреть. Вот. Так что, думаю, на сегодня все. Точнее, на этот раз. И в следующую серию займемся биотопливом. Ибо вот закинуть вот таких вот 64 банки и забыть о этих двигателях. Кстати, их половину можно будет снять, потому что этот карьер требует 9 МЖТ, один двигатель на биотопливо, и вот эти его выдает 5 МЖТ, так что хватит, будет довольно двух двигателей, остальные останутся лишними. И мы их перенесем от то здание и будем пользоваться модом BioCraft для создания еще более прикольных штучек. Вот. Ну, и пока. Всем пока. Спасибо за просмотр. Как я повторял, лучший мне подарок — это ваш лайк и подписка. Ну и не забывайте комментировать и предлагать писать комментарии. Мне приятно узнавать, что вы меня смотрите, и что-нибудь советуйте. Ну, всем пока. До новых встреч!